What's up, beautiful people? It's your boy Gidio, and I'm back again with a new video. Today we're going to be reacting to another video that relates with the military bases built around Russia. This one is titled Lavrov, Brits are building bases in Ukraine and West wants to control Russian troops within Russia. This is my first time watching this video, but I'm curious to see where the discussion is going to land. And that being said, let's get to it. Как мы знаем, темы невхождения Украины в НАТО, активность НАТО в Восточной Европе были на повестке дня уже много лет. Россия неоднократно поднимала эти вопросы. Тем не менее, российские официальные лица называют эти проблемы неотложными, требующими безотлагательного решения прямо сейчас. Почему этот вопрос встал ребром именно сейчас, в ноябре-декабре месяце? Что произошло? Накопилось за вот период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. И НАТО в течение пяти волн расширения подошло вплотную к нашим границам. Если в 1997 году, когда мы оформляли наши отношения с НАТО, только Польша была аспирантом на присоединение, посмотрите, как ситуация изменилась сейчас. И более того, все эти территории активнейшим образом осваиваются военным. So it seems like this still goes back to the subject matter where the Western countries disregard the treaty they had. And they are expanding the military bases around Russia. And from what we've seen so far in all these videos, it seems like Russia is only reacting to the actions of these countries building military territories around them. So it would mean if these countries retreat, then Russia is going to hold back. I mean, that's what I'm seeing. I'm not entirely sure. It's just my opinion. Let me know what you guys think. Let's continue. Наращивать. Есть наше предложение, нацелено на то, чтобы сокращать военное противостояние, деэскалировать общую ситуацию в Европе, то на Западе происходит ровно обратное. НАТОвцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, на Черном море учения, их масштаб, количество возросло многократно за последнее время, ну и многое другое. И есть у нас основания полагать, что вот те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие 2-3 месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что изменилось очень многое. Изменилась прежде всего вот ситуация с реальной конфигурацией вооружений, военной техники и вооруженных сил в Европе. Когда от нас, еще раз подчеркну неприемлемую тему, когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, ну, под видом ротации, она такая ротация условная. Yeah, that seems like an unfair request. How do you ask the people who own the territory to return their troops back to the barrack while you're still surrounding their border? It seems unfair. I really need to hear the American or the British part of the story, but this so far seems unfair. В Балтике и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане, они строят базы на Азовском море. И нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы. Так что время, которое было выбрано, оно просто отражает период, когда Запад взорвался
давайте прямо говорить, и в нарушении всех обязательств, в нарушении здравого смысла пошел на обострение. Когда, причем, понимаете, вот Запад осуждает насильственные действия против мирных граждан, нарушение прав человека и так далее. Но когда кровавые перевороты совершаются людьми, присягающими на верность Западу, Запад просто берет их в свои объятия. Как это было с переворотом на Украине, где погибло много людей, в том числе от рук провокаторов. Переворот, который был, в общем-то, одобрен Соединенными Штатами, так мягко скажу, и потом воспринят как нечто, состоявшееся уже европейцами. Это история известная. Никто не собирается расследовать преступления Майдана, никто не собирается расследовать преступления в Одессе 2 мая 2014 года, когда людей сжигали заживо и при этом бравировали перед камерами. Это сейчас представитель, это опора новой власти. И ничто не меняется. Порошенко, Зеленский – это опора новой власти. Все эти правые секторы, все эти азовы, которые еще до недавнего времени в Америке считались экстремистскими, но уже сейчас ситуация изменилась. То же самое возьмите то, что было в 2008 в Грузии, когда Саакашвили отдал приказ и специальная миссия Евросоюза, которая потом разбиралась с тем, что произошло, официально доложила, что именно он начал войну. Но по-прежнему Грузия является другом Соединенных Штатов, а друзьям можно все, как вы знаете, в западном толковании. Поэтому нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Знаете, что мы долго запрягаем, да? Вы же русскоговорящая девушка. Вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наше предложение. Продолжаем онлайн. ABC. С нами ли ABC? ABC? No ABC? Good morning, Mr. Lavrov. Добрый день. I'm speaking in English. Здравствуйте, господин Лавров. Буду говорить по-английски. Уверен, что вы понимаете. Благодарю вас за то, что предложили нам принять участие в этой конференции. Америка ясно дала понять, что не собирается предоставить вам гарантии безопасности в том, что касается того, что Украина и другие страны не присоединятся к НАТО. Россия признала, что на этих переговорах не удалось обсудить все, что Россию беспокоит. По-видимому, ничего это не изменится. И несмотря на возможные уступки, приступить определенные разногласия не удастся. И если этого не удастся достичь, было упомянуто с российской стороны, что будет военный ответ. Не могли бы вы объяснить подробнее, что включает в себя эти военные ответственные действия? Что вы будете делать? Не обязательно речь идет о вторжении. Что вы подразумеваете под военным ответом? И позвольте задать дополнительный вопрос. Когда в Женеве встречались президенты Путин и Байден, звучали заверения, что президент Путин что готов рассмотреть ситуацию с Уиланом Ридом. Не могу вам ничего добавить к тому, что сказал президент Путин после своей пресс-конференции, когда он дополнительно общался с журналистами. Его спросили прямо, каким может быть ответ, если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты. И он сказал буквально следующий ответ, может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне, ему, президенту России, наши российские военные эксперты. Точка. Поэтому гадать сейчас на кофейной гуще, это только наши западные коллеги, американцы прежде всего, не дожидаясь развития событий, сразу хватаются за санкционную дубинку.
Кстати, мне понравилось, что уже не первый год существует пост главы офиса по санкциям в Государственном департаменте. В дипломатическом ведомстве специальный целый отдел, который занимается только наказанием всех тех, кто так или иначе не соглашается с Соединенными Штатами. А бывает, что и тех, кто вообще ничего не сделал. Просто наказать надо, чтобы неповадно было. Поэтому мы за то, чтобы все это решалось на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов. Позиция России, которая была представлена американцам и натовцам, она основана именно на балансе интересов. Эти документы, они нацелены на обеспечение безопасности в Европе. Balance of interest. It cannot be one-sided. В целом, каждой страны, включая Российскую Федерацию. А позиция Соединенных Штатов и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг Российской Федерации, военные плацдармы. Хотят постоянно создавать раздражители. Also, don't you think the US is really far from home if they come all the way from North America to Europe, you know, to get involved in discussions like this? I think they're really far from home. You know, for UK it's acceptable, for France it's acceptable, because it's the same continent. But US is kind of far. I'm just saying. That was a good video. It was a long one, but you know, we made it through and a lot of details were laid out there. It still goes back to the basis of agreement, equilibrium, you know, you withdraw, we hold back. That's it. But yeah, I had a good time. Let me know what you guys think of that one. If you want us to bring another one to the channel, feel free to let me know in the comment section. This is the end of this video. Don't forget to smash the like button. Subscribe if you're new to the channel, and I'll see you on the next one. Have a very wonderful day. Peace.